накануне. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. У нас же тем временем Екатерина Лобышева еще, я совсем забыл, что у нас 4 участницы на 1500 метров. И ее соперница, в общем, Ануи Квандервейден, спортсменка с точки зрения этапов Кубка мира, не самая опытная, но она, в общем, уже спортсменка далеко не юниорка. У Квандервейден в этом году получился уже личный рекорд на 58-71. Ну, Катя в этом году, вот как раз неделю назад в Калгари, пробежала 59-08. А вообще в карьере был у нее бег и 1:54.87. Это второй результат в истории российских коньков. И совсем немножко, 0,09 секунды, ей не хватило до рекорда России Кати Шиховой в феврале 2011 года в Солт-Лейк-Сити на этапе Кубка мира. Она так пробежала. Ну, и почему бы опять где-нибудь в район из 1:55 не попробовать пробежать Кате. Очень такой хороший, спокойный бег вначале она дистанции демонстрирует. Но спокойный — это не значит медленный. Это значит хорошее вкладывание в толчок. Это хорошее продвижение. И поэтому не нужно никакой суеты. Поэтому можно работать на спокойном, хорошем ритме. Посмотрите, у голландки 60-х только на этом круге выиграла Катя. И мне кажется, что если удастся удержать Кате вот эту скорость до конца дистанции, голландка-то уже, пытаясь тянуться за Катей Лобышевой, уже потихонечку разрушает технику своего бега. И рука, посмотрите, как часто у голландки работает неспокойно, рвано, так скажем. И поэтому скорость-то Квандервейден держать не может. И 1:23.78. Это на полсекунды лучше, чем у Сабликовой. Но у Сабликовой 32 последний круг. Вот, соответственно, если удастся из 30,5 секунд Кате выдержать круг, то может получиться очень хороший результат. И, может быть, даже и рекорд России. Давайте посмотрим. Рекорд России в исполнении Оли Фаткулиной мы уже видели. 54-66. Катя Лобышева, рекордсменка России, на 12 сотых превзошла на результат Квандервейден. Правда, чуть-чуть проиграла на Мартине Сабликовой и принимает поздравления от Маурицио Маркетта. Ну что ж, личный рекорд и рекорд России — это всегда здорово и всегда приятно. Значит, опять же, начало сезона и работа в полном разгаре. Да, 38 получился последний круг у Кати, но согласитесь, что это тоже очень и очень достойно. Но Квандервейден с 1:56.75 расположилась только лишь на 13-й.